Так, снял верхний магазин. Вот он. И видим, что не до конца запечатан. Этот магазин мы будем ставить вниз. Следом идет четвертый магазин. И тут можно видеть, что там полностью все печатка. Будем доставать. Вот так выглядит вся печатка. И даже крайние. Вся печатка. Все четыре магазина печатка. Вот отобрали первый магазин. Все печатка. И вот идет второй магазин. То есть из этой башни третий магазин пошел. И вот можем видеть, все полностью печатка. Пчела спокойная, среднерусская. Захватываем. И вот так. Сухая, мокрая печатка. Много чего говорят по этому поводу. Но, конечно, это сухая печатка. Тут прям вообще она... Вы посмотрите, это такая красота, господи. Занимайтесь пчеловодством, люди. Легкими движениями. Вот она. Можем наблюдать. Вот так выглядит сотовый мед. Сотовые рамки. Красота. Вот рефрактометр. Берем чуть-чуть медку. Заливаем сюда. И смотрим. Вот так прикрываем. Придавливаем чуть-чуть. Выжидаем, чтобы температура соответствовала рефрактометру. Мед. И смотрим на солнышко. Вот 18:00, ну примерно 18:00. Сейчас посмотрим на глаз. 17:30.